знамя Японии. Под этим знаменем японская военщина строила свои милитаристские планы. Планы империалистических грабежей, пожаров и пыток, расстрелов и виселиц, разбоя и насилия. Знамя злодеев, чьи руки обогрены кровью защитников Порт-Артура, дальневосточных партизан, кровью жителей Нанкина и Шанхая, советских солдат у озера Хасан и реки Фолхенгол. Еще недавно Япония властвовала над полями и сопками Маньчжурии, над городами Китая, над просторами южных морей, над джунглями Бирмы. А ныне... ныне миллионная армия японцев в Маньчжурии разгромлена богатырским ударом Красной армии. Прах и обломки превращены в маньчжурские бастионы Японии. Война пришла и в столицу Японии. В пепле и развалинах лежит столица Японии, Токио. Посмотрим, что это за страна, которая десятилетиями готовила нашествие на нашу родину и признала себя побежденной. Между Токио и Йокогамой расположен район Кавасаки, один из центров военной промышленности. Здесь ковалось оружие японского империализма, этого главного очага милитаризма и агрессии на Востоке. Япония – страна крупнейшей военной промышленности. Страна биржевиков и спекулянтов, банков и концернов, деловых и военных кварталов, где вынашивались и разрабатывались планы покорения и раздела мира. Это страна крупнейшего военно-морского флота, третьего в мире по величине. Она создала мощную бомбардировочную авиацию нападений. Она содержала многомиллионную армию. Но для войны за мировое господство была создана не только армия. Культивировалась фашистская теория о божественном превосходстве японской расы над другими народами. Император Японии Хирохито Тэно. Этот человек в очках, в генеральском мундире, по японским законам считался богом и был неограниченным властителем японцев. Японцы. Всем этим людям говорили: вы подданные императора Бога, следовательно, вы выше и лучше всех народов земли. Вы должны подчинить себе другие страны и воздвигнуть японскую крышу над всем миром. Вас поведет император, говорили им. Повинуйтесь ему во всем. Жертвуйте для него всем. Молитесь ему. Это была хитрая сказка. На ней строилась пропаганда классового мира и агрессии и проводилось воспитание солдата. Воспитание солдата начиналось с младенческих лет. Возраст 2 года.
Мир для него ограничен затылком матери. Но родители уже купили ему этот меч. Возраст 5 лет. Вот что они поют. Выйдем в море, усеем трупами волны. Выйдем в горы, устелим трупами травы. Весь мир будет под японской крышей. Возраст 7 лет. Поклонение флагу восходящего солнца. С этого начинается и этим кончается их школьный день. Возраст 11 лет. Урок географии. Японский учебник Сакамото, изданный в декабре 1942 года, был составлен в форме вопросов и ответов. Учитель, покажи мне, ученик, границы Японской империи. Так, а теперь покажи мне границы японского духа. Ученик, у японского духа широкие границы, господин учитель, покажи их. Они идут от Карского моря по Уральскому хребту, через Кавказ и Курдистан, охватывают Маньчжурию, Китай, Индию, Бирму, Таи, Филиппины, Австралию, Новую Гвинею и острова Тихого океана. Ибо сказано у наших мудрецов, что твое, то твое, но не мешает приобрести еще что-нибудь. Возраст 16 лет. Сперва научись бить палкой. Возраст 18 лет. Последняя шлифовка. Научись колоть штыком. Возраст 20 лет. Бей, насилуй, расстреливай. Все простится во имя великой Японии. Так получался японский солдат. С сердцем разбойника и с современным оружием. Так с малых лет и до глубокой старости внушали японцам, что их божественное назначение – покорить весь мир. Полвека пыталась Япония утвердить свое господство над народами Азии. В 1894 году она напала на Китай, пытаясь захватить плацдармы для дальнейшего проникновения на материк. Эта война окончилась поражением Китая. Япония получила Тайвань и Пескадорские острова. Позднее ее колонией стала Корея. Зимней февральской ночью 1904 года японская эскадра под командованием адмирала Тога без объявления войны неожиданно и вероломно подкралась к русской крепости Порт-Артур и нанесла находившейся там русской эскадре серьезные потери. Так началась русско-японская война, первая агрессия Японии против нашей страны. Порт-Артур. Здесь стояли русские военные корабли. Севастополь, Ритвизан, Цесаревич, Паллада, подвергшиеся нападению, в то время как японские дипломаты вели в Петербурге разговоры о мире и дружбе. На этих высотах, окаймляющих глубокую бухту Желтого моря, осажденная русская армия в течение 11 месяцев сражалась с 200-тысячной армией японского генерала Ноги. Время сохранило остатки бетонных казематов, где почти без снарядов, почти без оружия и провианта, с беззаветным мужеством стоял насмерть русский солдат. Непогода и ветры многих десятилетий прошумели над этими укрытиями и мешками с песком. Батареи, которые первыми открыли ответный огонь по японской эскадре. Старинные кинокадры. Первые операторы засняли солдат времени русско-японской войны.
Россия не забыла героических подвигов своих сыновей. До сих пор народ поет песнь о крейсере «Варяг», о моряках, которые погибли в неравном бою с целой японской эскадрой. Памятник Феде и Васе, морякам-миноносцы стерегущим. История не сохранила нам их фамилий, но увековечила их подвиг. Когда весь экипаж миноносца погиб, они потопили корабль. Они предпочли смерть позору плена. Много могил русских воинов рассеяно по полям, оврагам и сопкам Маньчжурии. Бесчисленные подвиги совершили эти люди на суше и на море. И все же Россия потерпела тогда поражение. Вот подлинник Портсмутского договора. Царские дипломаты граф Витте и барон Розен заключили этот договор. Япония отторгла от России Южный Сахалин, утвердилась на Курильских островах, закрыла для русских судов выходы на восточные водные просторы и, следовательно, пути на Камчатку и Чукотку. Кроме того, царское правительство отдало Японии порт Артур. Это поражение оставило в сознании русского народа тяжелые воспоминания. Мы помним это. В 1918 году японская военщина, воспользовавшись враждебным тогда отношением к советской стране Англии, Франции и Соединенных Штатов, и, опираясь на них, второй раз напала на нашу родину. Японцы высадили десант во Владивостоке. Они думали, что на этот раз советский Дальний Восток станет для них легкой добычей. Они бросали дивизию за дивизией вглубь страны. По призыву Ленинской партии встали рядом с молодой Красной армией легендарные дальневосточные партизаны. Их вел в бой Сергей Лазов. Четыре года, днем и ночью, летом и зимой бушевало пламя войны от Охотска до Владивостока и от Владивостока до Байкала. Не помогли японским интервентам ни отборные дивизии, чуть ли не половина всей их армии, ни миллионы йен, вложенных в это кровавое дело. Японцев заставили убраться во свояси, но остался страшный след их кровавых дел. Тысячи советских людей были замучены в застенках, расстреляны. В топке паровоза был сожжен вождь партизан Сергей Лазов. Мы не забыли и это. Дворец японского императора. В июле 1927 года в эту тихую обитель явился тогдашний премьер-министр генерал Танака. Здесь он вручил японскому императору свой секретный меморандум, где окончательно сформулировал давние планы японской агрессии.
Танака писал: настала пора действовать. Первый удар по Маньчжурии, второй по Монголии, затем Китай, далее Индия, острова Южных морей, Приморье, Сибирь, Урал. Вот что представлял собой меморандум Танака. В 1931 году японская военщина приступила к осуществлению плана агрессии. Она нанесла удар по Китаю. Оккупировала Маньчжурию, которая всегда была лакомым куском для японцев. Ведь Маньчжурия – это хлеб для солдат, шерсть для обмундирования армии, уголь, фосфор, свинец, медь, чугун для вооружения. И, наконец, по своему географическому положению, Маньчжурия была ножом, направленным в сердце советского Дальнего Востока. Японский парламент в Токио. Выступая в парламенте, японские министры не скупились на пышные обещания народу Маньчжурии. Япония обещает создать независимую и процветающую Маньчжурскую империю. И они сделали все, как обещали. Создали Бутафорскую империю Маньчжоу-го. Посадили на трон императора, его величество император-марионетка Пу-И. Подыскали министров. Но подлинным хозяином Маньчжурии была японская военщина. Япония обещает распространить свое сердечное попечение на маньчжурский народ. Вот как она распространила это сердечное попечение. Она построила сотни тюрем и застенков. Здесь пытали и убивали каждого заподозренного в несогласии с японскими порядками. Она сердечно опекала старость и охраняла детство. Япония обещает свободный и радостный труд народам Маньчжурии. Сапожник, уличный портной, букинист, фокусник, торговец, разносчик, рикша. Каждый из них зарабатывал в день чашку риса, да и то не всякий раз. А для того, чтобы не умереть с голоду, они были готовы на все. Рабочие руки были в Маньчжурии дешевле и неутомимее машин. И все, начиная от простого каменного дома и до мощных заводов, электростанций, огромных военных предприятий, японцы строили руками китайцев-рабов. Один из ночлежных домов в Харбине – последнее пристанище для тех, кто на японских работах заменял с собой машину. Япония обещает позаботиться о развитии в народе высоких духовных качеств. Вот как она позаботилась о высоких духовных качествах. В китайской библиотеке разместилось полицейское управление. Китайская гимназия превращена в штаб дивизии японской армии. Школы пустуют. Зато поощряется иной вид культуры. Кварталы опиокурилин.
публичные дома. Ей 16 лет. Она продана сюда своими обнищавшими родителями за мешок риса. Япония обещает создать мирный рай на основе морали и человеколюбия. Вот как она создала этот мирный рай. Раньше земля принадлежала китайцам. Теперь она перешла к японцам. Они сдавали ее крестьянам в аренду, и китаец собирал урожай уже не для себя. Гаолян – корм для скота. Раньше китаец ел рис, теперь он ест гаолян, потому что рис едят японские солдаты. Раньше конь ел гаолян, теперь он ест солому, потому что гаолян едят люди. Теперь конь слаб, и человек работает вместо коня. А это японский рай для рабочих. Рай для их жен и детей. Зеркало счастья. По поверью, оно изгоняет горе. Горе придет, увидит свое отражение, испугается и убежит. Но горе не пугалось своего отражения. Оно свободно гуляло по дворам. Голод и смерть косили людей. Рай небесный из рая японского. Японцы скрывали истинные цели своего нового порядка в Маньчжурии. За 14 лет своего господства японская военщина создала в Маньчжурии военный плацдарм против Советского Союза. Было построено 17 укрепленных районов, сгруппированных в основном на трех направлениях: Хайлара-Салунском, Сунгарийско-Сахалянском и Приморском. На эти мощные узлы, построенные по последнему слову фортификационной техники, опирались крупные военные группировки японцев. Неуклонно росло количество японских оккупационных войск в Маньчжурии. В 1931 году 11 тысяч солдат, в 1937 году 200 тысяч солдат, в 1941 году 1 000 000 солдат. Это Квантунская армия. Цвет, краса и гордость японских вооруженных сил. Воспитанная, натренированная и обученная специально для войны с Советским Союзом. Одновременно с подготовкой военного плацдарма против Советского Союза, Япония предприняла ряд дипломатических шагов против нашей Родины. Японские дипломаты подписали ряд пактов с фашистской Германией. Преступный союз стран-агрессоров против мира и человечности приобрел форму пресловутой оси. Берлин, Рим, Токио. В 1938 году японская военщина решила, что долгожданный момент для нападения на Советский Союз настал. Вечером 29 июля японцы неожиданно перешли границу в районе озера Хасан. Части 1-й краснознаменной приморской армии
получили приказ отбросить японцев за пределы нашей государственной границы. 6 августа, 15 часов. 6 августа, 17 часов. 6 августа, 20 часов. 6 августа, 20 часов. Приказ выполнен. Агрессоры выброшены за пределы нашей страны. Советский народ не забыл и Хасана. Одиннадцатое мая 1939 года. Японцы нападают в восточнее реки Холхенгол на Монгольскую Народную Республику, связанную с СССР договором о взаимопомощи. Будущий маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков приступил к реализации плана уничтожения прорвавшихся японских сил. 12 августа. 20 августа. 30 августа японская группировка войск была разгромлена. Советское командование разрешило японцам убрать трупы. Японский министр Араки говорил им: «Вы будете купаться в водах Байкала. Эти воды холодноваты, но не унывайте. Вас ждут теплые квартиры в сибирских городах. Это будет укрепляющая, оздоровительная прогулка для японского духа». Возвращение с прогулки. Двадцать второго июня 1941 года гитлеровская Германия вероломно напала на нашу родину. Через несколько месяцев Япония напала на базу Тихоокеанского флота Соединенных Штатов Америки Пёрл-Харбор, повторив тот же коварный прием, каким она атаковала когда-то Порт-Артур. Так началась война Японии с Америкой и Англией. Начал осуществляться японо-германский военный заговор. Японская военщина одержала ряд крупных побед. Японцы захватили Филиппинские острова. Вошли в Манилу. Овладели военно-морской базой Великобритании Сингапур. Заняли Голландскую Индию. Вступили в Бирму. На северо-западе Япония подошла к Аляске. На юге готовилась вонзить штык в Австралию. На западе стучалась в ворота Индии. В то же время она лицемерно заявляла о своем нейтралитете в отношении СССР. Вот как выглядел этот нейтралитет. Несмотря на войну с Америкой, Англией и Китаем, Япония держала на нашей границе большую часть своей армии. Японские дивизии ждали только сигнала, чтобы выступить против нашей страны. Сигналом должен был послужить Сталинград, падение Сталинграда. Великой Отечественной войны. Немцы рвутся к Волге. Идут бои на улицах Сталинграда.
А японцы ждут падения Сталинграда, чтобы выступить. Кровь льется за каждую пять нашей земли. А японцы ждут. Так в самые тяжелые дни Отечественной войны, в дни Сталинграда, в дни, когда гитлеровцы уже предвкушали смертельный охват Москвы с востока, наши дальневосточные дивизии были скованы так называемым японским нейтралитетом. И этого наш народ не забыл в Японии. Миновали суровые дни. Настал и на нашей улице праздник. Красная армия разгромила гитлеровские орды и водрузила знамя победы над Берлином. Чудовищная гитлеровская военная машина была раздавлена. Но Япония все еще продолжала войну. К этому времени войска наших союзников одержали ряд побед на Тихоокеанском театре войны. Американская, а затем и английская авиация неоднократно атаковала японские острова. Дорого платил японский народ за войну, которую затеяли его жадные властители. Тысячи бездомных погорельцев и беженцев ютились в развалинах, бродили по дорогам. Им обещали японскую крышу над всем миром, теперь они лишились крыши даже над своей головой. Народ молчал. Зато министры говорили, если белые дьяволы осмелятся высадиться на наших островах, то японский дух уйдет в свою великую цитадель, Маньчжурию. В Маньчжурии нетронутая доблестная императорская Квантунская армия. В Маньчжурии несокрушимый военный плацдарм. Мы будем сопротивляться в Маньчжурии хотя бы 100 лет. И действительно, опираясь на колоссальное оперативное пространство, около 2,5 миллионов квадратных километров, опираясь на свой маньчжурский арсенал, Япония могла вести затяжную войну и надеялась устоять против новых ударов. У нее сохранилась в Маньчжурии крупнейшая энергетическая база, металлургические и нефтеперегонные заводы, угольные копи, сырье, склады и, наконец, нетронутая Квантунская армия. Только вступление в войну Советского Союза могло рассеять в прах планы японских милитаристов на затягивание войны. Верная своему союзническому долгу, стремясь приблизить наступление мира во всем мире и освободить японский народ от дальнейших жертв и страданий, советское правительство заявило 8 августа, что считает себя в состоянии войны с Японией с 9 августа. Посол Советского Союза в Японии товарищ Малик направляется к министру иностранных дел Того для вручения ему заявления советского правительства. Вступление СССР в войну с Японией являлось справедливым актом в защиту интересов Советского Союза и всех стран, которые подверглись японской агрессии. Тысячи километров дикой тайги, глухая таежная тишина, сопки, насколько хватает глаз.
Это граница СССР и Маньчжурии. На этих необъятных пространствах суждено было разыграться битве, в результате которой Красная Армия освободила население северо-восточного Китая, внутренней Монголии и Северной Кореи от японских поработителей. Осталось несколько часов до начала военных действий. Ставка главнокомандующего вооруженными силами Красной Армии на Дальнем Востоке маршала Василевского. Маршал Советского Союза Александр Василевский. Член военного совета ставки генерал-полковник Шикин. Начальник штаба генерал-полковник Иванов. Пройдет еще немного времени, и план разгрома японских хищников воплотится в действие. Вот в чем состоял этот план. Три фронта одновременно должны обрушиться на врага. Забайкалье – Забайкальский фронт. Амур – Второй Дальневосточный фронт. Приморье – Первый Дальневосточный фронт. Забайкальский и Первый Дальневосточный фронты наносят удары с запада и с востока и, соединяясь в районе Чанчунь, рассекают Маньчжурию на две части, окружив и изолировав таким образом всю японскую Квантунскую армию со всеми ее укрепленными районами. Одновременно Второй Дальневосточный бьет с севера на юг, рассекая японские группировки, расположенные на Амуре и Сунгари. Забайкальский фронт имеет три направления. Первое – на Чанчунь, на его пути Халун-Аршанский укрепленный район и горы Большого Хингана. Второе направление – на Цицикар, через Джалайнор-Маньчжурский и Хайларский укрепленные районы. Третий удар – вглубь Южной Маньчжурии. Этот удар будет осуществляться силами советско-монгольской конной механизированной группы под командованием генерала Плиева. Первый Дальневосточный фронт – на Чанчунь, навстречу Забайкальскому фронту. На его пути Суйфэньхэский и Дунинский укрепленные районы японцев и дальше труднодоступная горно-таежная местность. Второй Дальневосточный. Его задача форсировать во взаимодействии с Амурской флотилией реки Амур и Сунгари и нанести удар вглубь Маньчжурии. Одновременно войска фронта во взаимодействии с Тихоокеанским флотом очищают Южный Сахалин, Курильские острова. Тихоокеанский флот наносит удары по портам Сайсин, Расин и Юки, освобождая Корею. Командующий Забайкальским фронтом маршал Советского Союза Малиновский. Командующий Первым Дальневосточным фронтом маршал Советского Союза Мерецков. Командующий Вторым Дальневосточным фронтом генерал армии Пуркаев. Огонь! Джалайнор Маньчжурскому. По Хутоускому. По Мишанскому. По Дунинскому. По Суйфэньхэскому. По всем укрепленным районам японцев огонь! По их дотам, по их узлам связи, по их коммуникации, с земли, с воды, с воздуха. В открытое море вышел наш Тихоокеанский флот, готовый к встрече с врагом. Вступает в действие Амурская военная флотилия под командованием контр-адмирала Антонова. Через Амур. Орудия и снаряды через Амур. Танки через Амур.
Вот он, южный берег Амура, откуда много лет жадно глядели на нашу землю японские захватчики. Основные пограничные укрепленные районы были прорваны. Вот что осталось от подземных бетонных сооружений в районе станции «Пограничная», где японцы особенно яростно сопротивлялись. Теперь перед каждым фронтом вставала новая задача, характерная для Дальневосточного театра войны. На пути войск маршала Мерецкого лежала труднопроходимая горно-таежная местность. Тайга. Только таежный зверь и бывалый охотник проходили по этим местам. Теперь здесь идут минеры. Нет ли мин под корягой, валежники, под тысячелетним камнем? Зарубка на дереве. Путь свободен. Японцы считали эти места непроходимыми. Но еще Суворов сказал, где олень пройдет, там и русский солдат пройдет. А в это время за 1500 километров от этой тайги двигались навстречу войскам маршала Мерецкого войска маршала Малиновского. Танковые части генерал-полковника Кравченко устремились к горному хребту Большой Хинган. Большой Хинган. Здесь нет тайги, но здесь горные кручи и пропасти, тяжелые подъемы, размытые дороги и тропы, туманы. Через все это надо пройти, но не только пройти, а перебросить танки и артиллерию, снаряды и продовольствие. В предгорьях Хингана еще идут петлистые дороги, вырубленные в скалах, но скоро они кончатся. К Хингану же, к его южным отрогам, двигалась советско-монгольская конно-механизированная группа. Ее путь – безводная пустыня, пески, жара и удушливые ветры. Маршал Монгольской Народной Республики Чейбалсан. Его войска и кавалеристы генерал-полковника Плиева прошли по монгольским степям. Ни ориентиров, ни колодцев. Норма 200 граммов воды в сутки. А здесь, на пути войск генерала армии Пуркаева, слишком много воды. Прошли сильные дожди, реки вышли из берегов, вода залила поля. Огромная территория в 200 тысяч квадратных километров превратилась в трясину. Луга, шоссе и проселки стали сплошным желтым месивом. Вода пощадила лишь насыпи железных дорог. Пришлось превратить их в дороги для танков. Пехота шла вброд, по пояс в воде. Но не остановила наших людей вода, как не остановили их ни тайга, ни пустыня, ни горы. Амурская флотилия,
Она поддерживала войска, продвигающиеся по болотистой Сунгарийской равнине. Мониторы и бронекатера шли вверх по Сунгари, высаживая десанты в прибрежные города. Город Дзямусы. Амурцы атакуют его с воды. Японцы упорно обороняют город, как и другие населенные пункты, на всем протяжении огромного фронта. В это время Забайкальский фронт подошел вплотную к Хингану. Новая преграда. Халун-Аршанский укрепленный район. Огонь! Пока наши снаряды и бомбы долбят и вспарывают Халун-Аршанские укрепления, часть войск Забайкальского фронта идет в обход. Начинается один из самых памятных эпизодов этой войны. Переход через Хинган. Все с собой. Провиант, воду, горючее, даже дрова. Все дико вокруг. От колодца до колодца десятки километров. Узкая горная дорога. Ее отдали там. Пехота и конная артиллерия идут пастушьими тропами, а то и вовсе без троп. Днем и ночью, в дождь и туман. Так, метр за метром, а надо пройти 300 километров, всю ширину Хинганской горной гряды. Наконец, высшая точка перевала. Начинается спуск. Но он еще труднее, чем подъем. Все то, что люди неимоверными усилиями втащили наверх, теперь тянуло их вниз. Не ожидали японские стратеги, что нашему командованию с боями удастся перебросить по узким горным дорогам, по непроходимым кручам, огромную современную армию. Хинган остался позади. На позиции врага в Маньчжурской долине обрушились танки генерала Кравченко, кавалеристы генерала Плиева, пехотинцы генерала Лучинского. Основная масса войск Забайкальского фронта устремилась теперь вперед по маньчжурским полям на Чанчунь. Позади остался не только Хинган, но и Халун-Аршанский укрепленный район. Этот район, как и все другие, были созданы японцами с учетом опыта линий Мажино и Зигфрида. Вот так называемый дот-ансамбль. Вы видите только один из его этажей, а под землей еще три. В подземных арсеналах хранился боевой запас, который годами свозили сюда японцы. За 1000 километров от Хингана действовал наш Тихоокеанский флот под командованием адмирала Юмашева. Курс на порты Кореи, Юки, Росин, Сейсин, ближайшие к японским островам базы снабжения врага. Сейсин. Первыми бросились в бой моряки-разведчики.
За ними морская пехота. Бой перенесся на улицы города. Каждая сопка вокруг города была превращена японцами в крепость. Прямой наводкой. Орудие вперед. По амбразурам. Свободен. Отныне свободны те, кто долгие годы носил кандалы, кто не хотел, чтобы Корея была японской. К этому времени обстановка на решающих направлениях сложилась так. Войска маршала Малиновского, преодолев перевалы Большого Хингана и прорвав Халун-Аршанский укрепленный район, заняли города Салунь, Ваньямяо, Таоань и приближались к Чанчуню с запада. Войска маршала Мерецкого двигались на Чанчунь с востока, подошли к последней крупной преграде, к сильно укрепленному городу Муданцян. Войска генерала Крылова, шедшие на острие удара, подходили к городу. Передовые отряды сразу же попали под яростный огонь японских войск, ринувшихся в контратаку. С севера, во фланг японцев, ударили войска генерала Белобородова. Многочисленные доты были расположены в пещерных выемках, но и там доставали врага кинжалы наших огнеметов. Войска генерала Белобородова ворвались в город. Город пылал. Дым и пепел застилали глаза. С каждого чердака били японские снайперы. Что не окно, то огневая точка. Японский снайпер смерти. Еще в школе их учили песни: весной засеем Азию японскую травой. Осенний покос. Эти укрепления с их казематами, подземными ходами сообщения, бетонными ангарами были последней преградой для войск первого Дальневосточного. Путь к Чанчуню был прорублен. В районе Чанчуня, пройдя навстречу друг другу 1500 километров, соединились ударные клинья двух основных фронтов. Таким образом, вся Северная Маньчжурия оказалась отрезанной и взятой в клещи. Квантунская армия была окружена и рассечена. Отдельные ее части потеряли связь друг с другом. После безуспешных контратак они стали сдаваться в плен нашим войскам. Потерял ориентировку и сам маньчжурский император Пуи. Он был увезен из столицы Чанчунь со своими министрами и чемоданами. Самолет произвел посадку в Мукдене и был захвачен нашими десантниками со всеми министрами и советниками.
Потом пошли генералы. Первым был захвачен в плен генерал Медзихаров. Его взяли прямо на командном пункте наши танкисты. Самурайская спесь заставляет его закрываться от киноаппарата. И этих захватили на их командных пунктах. Спесь как будто уже не та. А эти пришли сами. Командование Квантунской армии. Вот этот, который облизывается, это начальник штаба 3-й армии генерал Ханзира. Командующий 3-й Квантунской армией генерал Мураками. Главнокомандующий Квантунской армией генерал Ямада. И пошли генералы. 3, 20, 70, 148 японских генералов сдались в плен войскам Красной армии. Сдавалась в плен Квантунская армия, лучшая армия Японии. Это они горланили песни о японском Байкале. Сорок лет создавались японской военщиной отборные императорские дивизии для войны с нашей страной. Эти дивизии проходили практику войны в Китае. Они были вооружены до зубов современным оружием и воспитаны в духе оголтелого фанатизма. Невиданный по силе и стремительности удар Красной армии поставил их на колени, сокрушив не только мощь японской армии, но и ее хваленый самурайский дух. Нашими войсками было взято в плен свыше 500 000 японских солдат и офицеров. Наши войска, двигаясь стремительным маршем, за несколько дней овладели городами Чунь, Мукден, Цицикара, Харбин, Гирин, Жехе, Дайрен и Порт-Артур. Впервые после 14 лет японского ига свободные вышли на улицы и площади десятки, сотни тысяч китайцев и маньчжуров. Город Чанчунь. Митинг в честь Красной армии, армии освобождения. По городам и селам Маньчжурии шла Красная армия, солдаты великого советского народа. Это были воины, учившиеся искусству победы на Хасане и Холхенголе, на Днепре и под Сталинградом, в танковых боях под Курском, в уличных боях Будапешта, в штурмах укреплений Кёнигсберга и Берлина, в воздушных боях над Кубанью и Варшавой. Эти люди закалились в пламени битв с фашистскими агрессорами. Да, только этим людям было по плечу разгромить в считанные дни миллионную армию японской агрессии и тем самым ускорить победу союзных держав на Востоке. Сентября 1945 года. Токийская бухта. Министр иностранных дел Японии Мамору Сигемицу поднимается на борт американского линкора Миссури для подписания акта о безоговорочной капитуляции.
От имени союзных наций акт подписывает генерал МакАртур. От Соединенных Штатов Америки адмирал Нимитц. Представитель Китайской Республики генерал Су Юн Чан. От имени Англии адмирал Фрейзер. По уполномочию Верховного Главнокомандующего советскими вооруженными силами Сталина акт подписывает генерал-лейтенант Деревянко. Его сопровождает генерал-майор авиации Воронов и контр-адмирал Стеценко. Япония потерпела поражение и признала себя побежденной. Курильские острова. Теперь они снова принадлежат нашей стране. Наше знамя развивается над Южным Сахалином. Южный Сахалин. Советские корабли вошли в Порт-Артурскую бухту. Перепелиная гора. На ее башне, возвышающейся над гаванью, сейчас зовется знамя нашей победы. Вот оно уже реет над Перепелиной горой. Командование всех трех фронтов во главе с маршалом Василевским прибыло в Порт-Артур. Этот венок возложат на могилы героев Порт-Артура их сыновья и внуки, те, кто в тяжелых боях пришли сюда через горы, тайгу и пустыню. От имени командования венок возлагает маршал Василевский. Спите, орлы боевые. Новое поколение советских людей, взращенное партией Ленина, отомстило за вас. На сопках Маньчжурии воины спят. И вспоминается простая и трогательная мелодия старой песни об этой далекой земле. Снова на вахту у Великого океана стал часовой нашей родины. Наш народ пережил тяжелые годы войны. Но теперь каждый из нас может сказать, мы победили. История не забудет освободительной миссии доблестных советских. Долгожданный